Открывайте дверь. Я вижу свитки золота, конечно, это бабуля. Ой, окна, окна. Ой-ой. Так, воу, опасно. Что? Что? Ясно. Ну, привет. И сегодня мы с ребятами пришли к нашей бабуле на день рождения. Ага, только что-то новости какие-то нехорошие. А еще как будто бы табуретка горит, смотрите справа. Ну, бывает. Я думаю, это камин, но вообще не хотелось бы. С табуретками. Возможно. О, 68 лет? Неплохо. Ой, стреляйте. Не, ну типа, это типа, ой, черт, я забыл. День рождения бабули. А... Про день рождения нашей бабушки рассказывают по телевизору. Видимо, очень известная возможно. Бабуля. А, подождите, да, я в описании читала, я забыла сказать. Наша бабуля, она рэпер. А, да, да. Очень известный рэпер, да. А чё ж мы не знаем? Бабушка, по-моему. Вообще крутая. Ой, ответь на звонок. Ладно. А где? А где? Не знаю, наверное, наверху, может быть. Так, а ну-ка, это что, чердак? Это чердак, мы живем на чердаке. Что? А телефон у нас где? Вот он, домашний. Вот он, я нажимаю на Е. Конечно же, мы же у бабули. Йоу! Лил Грэндсон! А, how are you? Ага. Так, 68-й день рождения. И поэтому придет нам? Ну, к нам придет, ну да, отпразднуем. Нормально у нее подтанцовка бодрая, кстати. А то, что у нее свитки золота на плечах, это нормально? Тоже. Это пойдет. Надо так, надо подготовиться. Срочно, конечно же. Сейчас заколотить окна. Ага, пока да, что почти. Только припасы нужно взять. Где магазин? Вот в той стороне, это... пойдем. А, магазин, пойдем, пойдем, точно, пойдем нам туда, нужно пойдем. Же накупить всего, зачем, конечно. В местном магазине. Как же мы будем бабулю с пустыми руками, что ли, встречать? Не дело. А мне не дали бесплатные деревяшки. Ой, возможно, чуть позже дадут. О, так. За деньги. Хорошо, давайте. А у нас денег-то хватит? Или нам у нас бабуля нет денег. Денег дала? А тут написано за деньги. Ну да. Ну, мы ж в магазине все-таки не бесплатно. Так, где кассир? Ой, ага, вот я кассир. Прочитала очистить кассу. Ульян. Возможно, у меня в пакете там что-то все-таки есть. Бабушка, рэпер, кассу она. Понятно, ну, возможно, бабушка рэпер, но не только рэпер, она еще, ну, она же известный человек, и так. Ее знают все, и, возможно, это ее все магазин. Знают, отдают деньги. И поэтому, ну, да, да, поэтому я и подумала очистить кассу. Ой-ой. Ага. Возможно, я просто уборщицей работаю и хотела пыль там протереть. Кто знает? Приготовить. Ой, нам нужно сделать тортик. Так-так-так, а ну-ка. О, вот сюда. А где у нас кухня? Вот она. А, вот, построить? Или мне привиделось, о, построить. Реально, мы строим торт. Ну, нормально. Интересный у нас торт. Пока что похоже на, да, кусочек теста. Да, о. Что? О. Серьезно? Внезапно? Ям-ям. Лил Гренни. Так, а мы не будем украшать? Надо, видимо, украсить. Ага. Ну, вот сейчас как раз этим мы и займемся. Так, заменить посты. А где плакатики? А, вон там вот где-то, да? А, ну да. Просто как-то... Вау. О, вот еще вот этот. Эпично, эпично. Вот сюда, Ульян, вот о, тут. О, наверху. О, баннер, давай. А, это, наверное, какой-нибудь шар, диско-шар. А, нет? А, ну, ладно. И так пойдет. Как думаете, ей понравится? Ну, в принципе, неплохо, да. Хотя, я думаю, да. Знаете, она такая крутая. Ну, она да. Выглядела такой, ну, классный. Современный. Да. Поэтому я не знаю даже, понравятся ли ей просто плакаты. О! И из бумаги сделанные треугольники. Ну, непонятно. Это бабуля, ребят, я да? вижу. В окошко да? вижу. Открывайте я дверь. Я вижу свитки золота, конечно. Это бабуля. Бабуля? Вау! Посмотрите на ее танец. Жестко, жестко. Почему-то у нее 33 написано. И бигуди, и золото. 33? Интересно. Йоу, это торт? Это торт, это все для тебя, бабуля. Она так ходит там всегда. Она не выходит из образа вообще. О! Зато оу. Телепортируется к торту. Болезнь. Ну, типа, сик. Ну, типа, круто. Ну, да. Да. Давай да. Похаваем. Разделить давайте, торт. Давайте. Ну, бабушке, разумеется, давай самый большой кусок. Ну, я думаю, да. О-о-о. А, она еще Инстаграм. Ой, ладно. Take is fire. Вот это она крутая. Потому что она знаменитая. Она должна всем показывать. Маленький сын. Во-первых, я внук. Во-вторых... Как бы большой.
Ну да. Концерт у нее сегодня будет вечером. Пис. Все, попрощалась. Она реально современная. Подождите, а куда? А мы? А торт мы не съели? Прикинь. А я тортика хочу, а я без нее не буду. Она сказала, что вкусно, типа, ей понравился торт. Наверное, украшение съела и все. Лизнула крем, да, такая. Ага. Воу-воу, так. Новости. А ну-ка. Рэпер. А, написал. Боже. В общем, она выложила, что любит тортик. Ой-ой-ой. Что там? Это мы теперь знаменитый тортмейкер. Ульян, блокируй все двери, окна, все, что только может быть. Ага. Ну, а ты думаешь, это плохо, что нас все знают? Я думаю, очень плохо, когда я тебя знаю. Хотя, с другой стороны, я согласна с тобой, да. Ульян, представляешь, если бы люди знали, где ты живешь? Вот все подписчики, они такие: здравствуй, Ульяна. Ну, вот, иди, да, открывай, конечно, теперь. Ну все, я теперь не хочу. Иди, открывай, давай. Там что-то красное. О. Нормально. Человек в шапке. Ну привет. Ну хорошо, 100 баксов с тебя. У меня вот осталось, бабуля вот не доела. Нет, мы ответили нет. Да надо их продавать, ребят, ну такую рекламу сделали, ну чё. Я согласна, это игра не хочет, чтобы мы продавали. Вообще спасибо бабушке. Ну, так, деревянные доски с улицы. А это я видела, это там бесплатные лежат. А где доски? Вот там, мне их не дали сначала. А, да. Это мы будем... А, я думала, мы будем разбирать вон скамейку и заколачивать двери. Но нет, там просто рядышком. У нас был шифт? Да. 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 Ладно. Чё, нам надо наверху, что ли, окна? А почему наверху? Это глупость какая-то. Снизу тоже. Хм, странно. Ну, вам возможно, просто не пробирались еще, скажем так, через верхние эти окна. У тебя был опыт? Конечно, еле отбиваюсь от подписчиков. В моем трехэтажном доме как бы живу, они на третий этаж лезут, с ума сойти можно. Почему так смешно прозвучало, лезут? Ой. О! Ой. А через окно нужно можно подготовиться. Кого? Или нет? Нельзя. Бейсбольную Зачем биту? Зачем нам бейсбольная бита? Ну, а могли бы продавать тортики? Мне кажется, крайние меры. Да, согласна. Опа! Не было бы ничего такого. О боже, да ладно. Так, энергетический напиток нам понадобится. Бревно. Ребята! Ой, начинается. Ну а что вы ожидали? Такая вы видели долгая лицо была бабушки? Предыстория. Так это же не бабуля, это все фанаты ее. Ну да, но... Ну, жанр вообще косвенно, да, бабуля все-таки виновата. Она же стала знаменитой, да. Правильно? Ага. И нас в это все, в общем, затянуло. Втянуло, да. Да. Так что нам стукать по ним, получается? И... Бонг! Ой. Надо сделать им, наверное. И все так. Деревяшки вот. В камин, да, класть? Так, я на втором этаже так просматриваю. Да, деревяшки нужны, конечно, да. Потому что иначе будет холодно. Вообще, кстати, я не знаю, зачем нам камин держать. Боже мой. Опа. Дай я тебе тюкну. Зачем делать так, чтобы у нас был огонь? Я не понимаю. Тепло? Зачем нам это? Непонятно. Но нам сказали, значит, нужно сделать так, как нам сказали, правильно? У нас очень интересный замок дверной, мы его... О, смотрите, я его закинула. А как энергия... О, прикольно. А как энергия пополняется? Может быть, тортик надо похавать? Нет, тебе энергетик сказали пить. Да, на втором этаже. А, кстати, надо пойти попить. Я же читала инструкцию. То пора уже. Сейчас нам, правда, в ванну залезут. Беда. Отставить. Надо на втором этаже что-то, Ульян. Да. А я... Ой, боже мой. Я пила воду. Энергетик, вернее. Ага. Я ничего не вижу. Ой, окна. Ребят. Ой-ой. Так. Воу. Опасно. Огонь. Надо держать зажженным. Ну, еще можно немножко подождать. Еще нормально. А, да? Ну ладно, хорошо. А я пока пойду все-таки возьму еще один энергетик себе. Ой, я думала, пробрались, это Йоши. Кстати, да, хорошая идея. Просто в инвентарь. Извини, пожалуйста, я сбила тебя, да? Я не хотела. А кто лупасит тут это? Да о, я мама. Огонь, ребята, всё, огонь. Беру огонь, кладу. А почему этот звук? А, просто такой звук сирены был, я думала, что это происходит. А это, наверное, из-за того, что фанаты к нам ломятся через окошки. Ну, пока вроде хорошо отбиваемся. Но, с другой стороны, меня немножко нервирует то, сколько мы могли продать тортиков и сделать довольными людей. Да. Ну, если торт очень классный, то почему бы и нет?
Бабушка разрекламила в инсте. Ну да, тем более. О, 2 часа. О, 2 часа утра. Нормально. 2 утра. Неплохо. Я считаю, это уже рекорд. А нам надо прожить до 6 утра, потому что потом они забудут. Будет новая новость, да, инфоповод, и они такие, ну все. Бабушка что-то запостит после своей там тусовки, концерта, что-то новое скажет. А у нее скажет, уже, да, как раз концерт вот закончится. Вот здесь крутые печеньки. Ага. Все. Популярность дело такое. Сегодня популярны, а завтра твои тортики больше никому не нужны. Все. Да. Боже мой, ребята, я случайно умерла, потому что я так была. В общем, ладно. Я спасу занята. Тебя. А ты резаешься? Да не надо, спасибо большое. Я... Все ну, уже. Зачем? Ну зачем, для чего? Это... Чтобы ты неважно могла было. Ну ладно. Дальше жить и лакомиться тортиками, которые сама приготовишь. Как тебе понравилось? Слушайте, а у нас энергия бесконечная, да? Ну, бутылочки. Да. Ну, наверное. Думаю, да. Я, правда, немножко переживаю, потому что в самом начале я, можно сказать, лишнее полено скинула сюда. Ой. Нам хватит поленьев? Думаешь, нам не хватит? Ну, не знаю, осталось 3 часа. Ну, я думаю, должно хватить. Но было 7 вроде. Ну, возможно, нам дали на всякий случай запасное бревно. А я вот не понимаю, а почему... Вернее, зачем ходить на второй этаж? Зачем я хожу периодически на второй этаж? Потому что здесь же у нас все заколочено, правильно? Ага. Только если за энергией. Да. Wow. О, ребят, 4 часа. О, неплохо. Мне кажется, они стали активнее лезть, вам не кажется? Да вроде нет. Ну ладно. Так, а полено я кладу? Да. Ага. Скорее. Слушайте, ну окна они уже нам выломали, нам кто-то ущерб будет вообще потом возмещать? Ну, бабушка. Бабуля, я популярный думаю... рэпер все-таки. Ну, да. Сколько у нее там денег, непонятно. Тем более, она же навела на нас эту беду. Вот теперь пускай и помогает нам. Расхлебывает, да. Да. А почему тут... А, да что ж такое? Зачем мне в инвентарь положили какие-то странные штуки? Вот это вот под номером 1 и под номером 2. Робокс это же неудобно. Я же не хочу. Я уже потратила. Хотя и нет, я же не тратила. Это ладно, потратила. Ага. Ладно. 5 утра тем временем. Остался всего лишь 1 час. И 2 бревна. Меня это радует. Во, отлично. Ой, что-то они ползут. Тут ёж, что ты стоишь-то? Волосы убирал. Я просто крабик у меня так неудобно давил. Я думал, вы молчите. Я думаю, я пока волосы попробую. Я успел. А, энергия, слушайте, уходит. Быстрее уходит, будто... конечно. Попить. Возможно, я поэтому и умерла. Огонь! Огонь! Да и сейчас, еще не пищит. Я могу пищать. Вот так. Если надо, чтобы кто-то пищал, чтобы ты огонь там пополнила этот. А что я только им слушайте, занимаюсь? Слушайте, я только сейчас запомнила, что... А как ты начала, так как будто бы и все. Ну да. Мы решили, что ты главная по огню. Ага. Костровик, да, или как? Костровик. Да. Так вот, оказывается, окна нам пишут. Да, а количество? Где-то одно из 8, а где... А, вот! Все отлично. О! 6-я. Ничего себе! Что это 6-я? 6 часов. Ну, типа... А, это просто перевод. Ну, ладно, хорошо. Так, а ну-ка. Я слышал сообщение о парне, который... Что? Ага, ну мы, видимо, так сообщили. Это не мои фанаты, это бабушки мои. Да, это... О, что? Что? А... Ясно. Он тоже приходил? Он был нашим фанатом, и мы его тюкнули битой по голове. Нехорошо, конечно, получилось. Что за концовка, простите? То есть мы выжили. Стоп. 6 часов. Тут реально есть несколько концовок. То есть мы могли не защищаться и получить другую концовку. Ага. Вот это неожиданность, конечно. А где наша бабуля? Где наш защитник? Наш рэпер молодой, я не понимаю. Молодой. Очень странно, очень странно. Или маленький какой она там? Маленький. Ну, маленький скорее, маленький, да. Ну, да, ладно. Слушайте, неожиданно на самом деле, что ага. в этой игре есть концовки. И, в принципе, она ну, такая симпатичная. Даже и багов не наблюдалось. Прикольно. Возможно, мы придем сюда за другой концовкой. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.